Всем привет! Вы смотрите Телегид. Несколько минут о жизни нашего телеканала. Эту августовскую неделю будет тепло, мои друзья. Для этого включайте ЛРТ каждый день. Я, Анна Троян, веду вас в курс дела. Буднее время интересных разговоров. Программа «Открытый диалог» специально для тех, кто хочет всегда быть в теме. Гости в студии – специалисты различных сфер, представители местной власти и общественных организаций, деятели культуры и известные спортсмены. Задавайте ваши вопросы и получайте на них ответы в понедельник, среду и пятницу – 10.00, 13.30 и 19.00. Все-таки первый вопрос номер один. Пандемия закончилась или мы плавно из нее выходим? Скорее второе. Плавно из нее выходим. Уменьшилось количество госпитализаций, уменьшилось количество больных и растет количество выздоравливающих. Испытание на прочность ждет наших зрителей в четверг вместе с Лентой Доминика. Константин – успешный молодой архитектор. Все в его жизни размерено и хорошо. Но его благополучная жизнь резко меняется, когда на пороге своей квартиры он находит трехмесячную девочку – Доминику. Вскоре у нее обнаруживается феноменальная способность взрослеть на несколько лет после каждой вспышки гнева героя. И тут наш герой понимает, что Доминика – послано ему не напрасно. А для чего, увидим 13 августа в 22.00. У тебя плохо получается защищаться. У меня плохо получается? Ты о чем? Да у тебя же забрали проект. Зря ты не злишься. Я так не вырасту. А ты знаешь, почему ты растешь? Конечно. Я расту, когда ты злишься. Тебе надо больше злиться. Еще одна волнительная встреча на этой неделе с женщиной в черном. 19 век. Молодой лондонский юрист вынужден отправиться по работе в командировку. Добравшись до деревушки и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, герой начинает понимать, что над местностью нависла тень мрачной тайны. Рядом со старым кладбищем на глаза героя попадается загадочная женщина, одетая в черное. И кто, если не я, вам скажет, что эта встреча знаменует начало череды леденящих кровь смертей. Заинтригованы? Тогда включайте ЛРТ в пятницу в 10 вечера. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. В этом году гулять хочется как никогда. Месяцы самоизоляции лишили детей живого общения. Теперь, хоть и с опозданием, но пора школьных лагерей официально объявлена открытой. Этот уикенд наполнен потрясающими историями из далекого прошлого. В субботу перенесемся в Европу 19 века вместе с приключенческой картиной «Арсен Люпен». Молодой красавчик одержим страстью к авантюрам, приключениям и кражам. Его имя уже стало известно всей Франции. Он учился воровству с детства и, несмотря на это, стал служить офицером на таможне. Однако вскоре искусный вор и разбойник попадает в непростую ситуацию. А что с ним будет, узнаем 15 августа в 10 вечера. На этом корабле есть вор. И я собираюсь поймать его до того, как мы прибудем в Гавань. Боже, как любопытно. И что это за вор?
Он крадет драгоценности. Удивительно, не правда ли? Прошу вас, будьте рядом, если он вдруг захочет обокрасть меня. Не беспокойтесь. Я не спущу с вас глаз. Воскресный вечер предлагаю провести с легендарной историей, которую знает весь мир. Как по мне, эту классику должен видеть каждый. Лента «Ромео и Джульетта» перенесет нас в Верону эпохи раннего Возрождения. Молодые люди влюбляются друг в друга, но прекрасно понимают, что им не дадут быть вместе. Однако они не намерены просто так сдаваться и делают все возможное для того, чтобы сохранить свое счастье. За подробностями на ЛРТ 16 августа в 22:00. Клянусь благословенной Елуной, что серебрит деревья этой ночью. Уникленись изменчивой луной. То, что меняет лик свой каждый месяц, чтобы любовь изменчивой не стала. На этом наш выпуск подошел к концу, но вы не печальтесь, лучше зайдите на наш официальный сайт www.lrt.tv и присоединяйтесь к нашей дружной команде во всех соцсетях. Я Анна Троян, желаю вам побольше солнечных дней, не скучайте. Пока-пока.